наливай, крадется в двери Новый год. А давай с тобой поверим в Новый год. А давайте, люди, сильно так его полюбим, и взаимностью ответит Новый год. Новый год, Новый год. Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Наливай, давай по кругу в Новый год. А давай простим друг друга в Новый год. Давайте, люди, мы чуть-чуть добрее будем, и чуть-чуть добрее будет Новый год, Новый год, Новый год. Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ла-ла-пай, ла-па-да-бу-да-бу-да-бу, ла-ла-пай, ла-па-да-бу-да-бу-да-бу, ла-ла-пай, ла-па-да-бу-да-бу-да-бу. Смеются люди Новый год. А давайте, люди, мы чуть-чуть счастливее будем, и чуть-чуть счастливым будет Новый год, Новый год, Новый год. Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Что же мы с ним делать будем? Ой, сколько счастья. Здравствуйте, мои дорогие! Как меня слышно, поставьте плюсики. Мы начинаем. Я даю первому человеку слово. Представлять никого не буду. Все будут представляться сами. Наливайте шампанского. Thank you.
Плюсики поставьте. Слышно меня? Видно? Меня слышно? Видно партнеры? Так, все, замечательно. Стишок вам приготовила, не успела рассказать. Ребят, вот всем вам много радостных мгновений, сокрушительных побед, путешествий, развлечений, хруст купюр и звон монет. Как в шампанском пиво тает, пусть исчезнет груз забот. Пусть удачным непременно будет весь грядущий год. За вас, дорогие мои партнеры, ура! Следующим Здравствуйте, дорогие партнеры, меня зовут Алексова Наталья. Я начинаю присоединяться к Ирине. Горячо и искренне люблю вас. Я надеюсь, меня сейчас слышно, я очень-очень волнуюсь. Я год уже в компании, то есть прошел уже второй год, отсчет прошел второго года. Я очень-очень сильно люблю вас, полюбила всех и лидеров, и девчонок, которые помогали мне. До сих пор помогаю, даже не находясь в моей структуре, в моей небольшой команде. Я тоже заготовила небольшой стишок для вас. Что такое совсем коротенький? Пожалуйста, вдумайтесь в слова, которые сейчас расскажу. Жизнь пролетает моментально, а мы живем, как будто пишем черновик, не понимая в суете скандальной, что наша жизнь всего лишь только миг. Наступающим вас Новым годом! Всем пока! Добрый вечер! Добрый вечер всем! Меня слышно, партнеры? Поставьте плюсики, пожалуйста. Классно, спасибо. Дорогие мои! Я бы даже сказала, вторая моя семья, даже не просто партнеры. Я вас всех от души хочу поздравить с наступлением нового 2015 года, года исполнения желаний. Я так счастлива, что я пришла в эту компанию, что в моей жизни все поменялось, и думаю, и в вашей тоже. Я очень рада, что у меня создалась своя команда. Я вас всех очень люблю. И неважно, в какой веточке, кто, да, всегда всем хочется помочь, взаимовыручка, чтобы была. Думаю, каждый из вас уже загадал самое заветное желание на Новый год. То, от которого перехватывает дыхание, от которого мурашки идут по коже, то желание, о котором начинаешь думать, и сердце начинает биться все чаще и ритмичнее. Вот. За эту возможность, за Skinny Body Kia, за то, что мы здесь все с вами, не соседи, не, как бы, не люди с улицы, да, вот все мы вместе дружно будем строить наш бизнес, идти к нашей мечте. И еще хочу пожелать вам любви, здоровья, мира и добра. Пусть в ваших домах будет всегда тепло и уютно. Пусть там постоянно звенят детские голоса и смех. Давайте пройдем в этот 2015 год вместе. Путешествие со Skinny Body Kia в страну нашего благополучия, финансовой свободы и процветания. С Новым годом, друзья! Ура! Добрый день, добрый вечер, партнеры. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, как меня слышно. Ага, пятерочки пошли. Меня зовут Светлана Генералова, кто не знает. Хочется очень много сказать, постараюсь ничего не забыть. Как президент, хочу начать с этого. Этот год, он был для нас очень радостным. Где-то немного сложным. Мы в этом году с вами смогли преодолеть очень много преград. Мы с вами стали намного сильнее, намного увереннее в себе. Теперь при каждой
преграде мы знаем о том, что мы обязательно найдем выход. И этот выход будет либо это новая тактика, либо это что-то еще более лучшее, более потрясающее, чем было до этого. И так нам уже показала это наша практика. В 2014 году, да, я в компании уже, получается, второй Новый год отмечаю. В 2014 году, конечно, было много новостей. То, что мы с вами переживали ежедневно, плечо к плечу, рука об руку. И на самом деле это очень классно, это очень замечательно. Я очень рада и благодарна компании Skinny Body Case, что у меня появились друзья, такое огромное количество друзей, именно друзей, у которых одна общая цель. Мы понимаем друг друга реально с полуслова. И я очень рада за людей, которые пришли в 2014 году в нашу компанию изменить свою жизнь. Эти люди замечательные, новички, все мы с вами, мы понимаем, что есть какая-то еще и другая жизнь. И это на самом деле очень здорово. Что еще хотела вам сказать? Хотела поблагодарить всех присутствующих в конференц-комнате, своих спонсоров, свою просто неимоверно сильную, мощную команду за то, что вы есть в моей жизни, просто за то, что вы есть, за то, что вы каждый день встречаетесь, общаетесь, за то, что вы поднимаете шумиху в чате, за то, что вы танцуете, за то, что вы поете, за то, что вы такие талантливые, за то, что вы реально такие замечательные. За 2014 год, наверное, столько было роликов, если в минутах, в часах, в днях, если соединить это все, такого еще в Skinny Body Care не было. И я сомневаюсь, что такое было в какой-то другой сетевой компании. Вы на самом деле большие молодцы. Я вижу рост. Я вижу конкретный рост. Рост вас как личностей, как людей. Я замечаю это все, и на самом деле очень приятно. Конечно, иногда мы все даем слабинку, как не без этого. Сама недавно тут расслабилась. Но, ребят, хочу вам пожелать в 2015 году, чтобы вы легко шли по жизни, чтобы вы в 2015 году ставили цели и шли, не замечая абсолютно никаких препятствий, чтобы вы всегда были уверены в том, что мы всегда вас поддержим, мы всегда вам поможем, чтобы вы знали, с какой силой, с какой мощью вы идете в 2015 год и пойдете дальше вместе. Мы с вами пойдем все дружно вместе, плечо к плечу, как я неоднократно это уже говорила. Я благодарна вам за то, что вы есть. У меня просто неимоверное чувство именно благодарности. Вот я, наверное, никогда искренне не была так благодарна просто тем людям, которые меня окружают. В этом году произошло очень много событий, в которых вы повлияли, ну, как на мою жизнь, да, и без вас я просто ее уже не представляю. Для меня это, ну, это часть моей жизни. Я вам хочу пожелать здоровья сибирского, настоящего, чтобы вы никогда не болели, чтобы не болели ваши детки ни в коем случае. Я хочу, чтобы у вас всегда все получалось. Если вдруг что-то когда-то будет не получаться, значит, это просто одна ступенька выше, значит, вы растете. Помните, если вам тяжело, значит, вы в правильном направлении. А за моей спиной висит плакат. На нем написано: когда душа поет, сделай музыку погромче. Так вот, я хочу, чтобы нашим девизом, не знаю, примете вы это или нет, для себя как бы это приняла, девиз: когда душа поет, сделай музыку погромче. Это относится к нашей команде. Наша команда самая крутая, самая лучшая. И я вам желаю, чтобы в 2015 году, когда ваша, во-первых, ваша душа весь год пела, а когда она начинала петь, вы включали музыку погромче, и мы будем петь нашими душами с вами вместе, потому что вот то единство, вот та сила, которая присутствует в вас, это объединяет мира целые, не компании, не команды, а целые планеты. И я хочу, чтобы вы всегда оставались такими, какие вы есть, потому что вы нереально крутые, вы очень классные, вы очень красивые, вы очень разумные, у вас такое благородство, такая честность, такая искренняя душевность, чистота. Я кайфую от этого, и я желаю, чтобы вы никогда не менялись. А если и менялись, то только, ну, там, немножко, просто усовершенствовались,
чувствуя себя. Поэтому, дорогие мои, я желаю вам, чтобы ваши души пели, и когда они запоют, вы сделали музыку погромче. С наступающим вас! Мира, добра, счастья, улыбок. Всех очень сильно люблю. Свою вторую семью. Вы моя вторая семья. Я желаю всем нам в следующем году собраться вот так же в конференц-комнате или где-нибудь на островах. Отличного вам 2015 года. С Новым годом, друзья! Ура! Пока-пока! Добрый вечер, партнеры. Я являюсь партнером компании Skinny Body Care. Меня зовут Юлия Рогожа. Спасибо большое, что мне предоставили такую возможность поздравить вас с Новым годом. Дорогие друзья, партнеры, коллеги компании Skinny Body Care, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам здоровья, духовных и материальных благ. И все, что задуманное, пусть обязательно осуществится. А так как у нас наступает год овечки, то побольше вам зеленой капустки, господа. С Новым годом! Здравствуйте, партнеры, как меня слышно? Ставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно. Хорошо меня слышно? Еще раз здравствуйте. Меня зовут Олеся Кривошеева. Я рада приветствовать нашу самую классную, самую дружную, самую сильную, самую трудолюбивую, самую-пресамую-пресамую команду в нашей классной компании Skinny Body Care. Я хочу поздравить вас с Новым годом, с наступающим, и сказать, что для меня этот Новый год уже второй в компании, а точнее не уже, а еще только второй. И хочу сказать, что партнеры, те, кто в компании полтора года, больше, может быть год, полгода, неважно, может быть даже один день, будьте благодарны Всевышнему за то, что Он вам дал эту возможность, а за то, что вы ее разглядели, и будьте верны своему выбору, и идите, конечно же, всегда только вперед. Я хочу пожелать большого здоровья вам, вашим семьям, любви, благополучия, взаимопонимания. В новогоднюю ночь загадайте свои самые-пресамые-пресамые сокровенные желания. Обязательно запишите их на бумагу, не забудьте про это. И прям вот закройте глаза и вот представьте, вот прям прочувствуйте каждой клеточкой своего тела, как вы уже имеете это, как вы уже этим обладаете, как это уже есть в вашей жизни. Верьте, делайте все для этого, и это обязательно сбудется у вас. Еще я хочу сказать,
что когда мы встречали этот год, с 2013 на 2014, я заходила в 2014 год, ну, не с тем рангом, да, с которым мне бы хотелось бы заходить. Немножечко не получилось. И я хочу вам сказать, что если у вас чуть-чуть не хватило сил, чуть-чуть не хватило терпения, чуть-чуть не хватило баллов, да, до того ранга, который вы хотели получить, чтобы зайти в 2015 год, ни в коем случае себя не ругайте, не вините, поставьте себе эту цель и, конечно же, дальнейшую цель по достижению этой, и обязательно вы добьетесь этого в 2015 году. Пользуясь случаем, я хочу, конечно же, поблагодарить свою самую любимую, свою самую-пресамую веточку. Вы, девочки, у меня все умнички, все трудяжечки, все... Переживаю. У вас все получится, девчонки. Трудитесь, общаемся с вами, все классно. Мне вы очень нравитесь. Больших вам побед, успехов и достижений. У вас все получится. Самое главное, верьте в это. И еще, пользуясь случаем, я хочу поздравить с Новым годом нашего президента Бена. Почему-то мы про него маленечко подзабыли. Вот. Представляете, несколько лет назад, где-то далеко в Америке, ну, далеко от нас, конечно же, я бы сроду бы не подумала, он создал эту компанию. И я не знаю, что это, случай, судьба, я не знаю, Бог, ну, свели нас всех вместе, мы теперь с вами знакомы, мы всех находимся в разных уголочках, я не знаю, Россия, Казахстан, Молдова, Германия, Израиль, Австралия. Я приветствую всех партнеров, не только из России. Если я вашу страну не назвала, мы поднимаем за вас, конечно же, тоже бокалы. Вот. И здоровья нашему Бену. Сибирского крепкого здоровья. Ура! С Новым годом, команда! Я вас люблю. Пока-пока. Добрый вечер, дорогие друзья, команда. Поставьте, пожалуйста, пятерочки. Меня хорошо слышно? Так, все замечательно. Плюсики, пятерочки, неважно что. Ну, пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Хочу сказать... То, что я очень-очень рада, что когда-то я не прошла мимо этой замечательной возможности, да, я разобралась в ней. Уже второй Новый год я справляю в нашей суперкомпании. Для меня моя семья стала эта компания, да, моя команда, вообще вся команда, то есть это как моя вторая семья. Мой спонсор, Олечка, это моя вторая мамочка. Хочу сказать спасибо большое своей команде за то, что вы у меня есть, за то, что вы такие умнички и молодцы, идете к своим целям, к своим мечтам, несмотря ни на что, да, движетесь вперед. А те пузырики, да, как в бокале, которые нам попадаются, сдуваются, лопаются, пускай они вас всех делают только сильнее, умнее, мудрее, чтобы вы учились, да, несмотря ни на что, и двигались вперед к своей мечте. Хочу пожелать вам всем, дорогие мои, чтобы вы в Новый год нашли свое заветное, такую вот одну единственную мечту,
которая будет у вас самая-самая, и которая будет вас заставлять, да, то есть не заставлять, вы сами будете вставать, бежать, что вас уже будет не остановить. Найдите, пожалуйста, у вас еще до завтра есть время, да, найдите, сядьте, подумайте такую мечту, которая вас уже не остановит никогда, вы будете двигаться к ней, несмотря ни на что. И я вас всех верю, моя дорогая команда, и вообще во всех партнеров, да, у нас тут огромная команда собралась, самая лучшая. Отдельно хочу сказать спасибо твоей второй мамочке, Олечке Лисово. Это вообще человечек просто, я не знаю, таких не бывает. Всегда поможет, всегда подскажет, всегда выслушает. Ну, знаете, ничего в нашей жизни не бывает просто так. Я это уже проверила не один раз. Да, да ладно, просто... И не просто так я попала, значит, к Оле Лисовой в команду. Значит, так оно и должно было быть. И я очень-очень рада. Дорогие мои, я вас всех люблю. Всем желаю самого-самого лучшего. Сейчас вот вам прочитаю, не учила, честно говорю. Ура, ура, к нам Новый год летит. Он на волшебном чисто самолете. Пусть Дед Мороз исполнит, поспешит все то, что с трепетом вы и волнением ждете. Пусть он подарит каждому мечту, удачу, счастье, радость и улыбки. А чтоб желание исполнять в новом году, в подарках будут золотые рыбки. С Новым годом, дорогие мои! Всем привет! Меня зовут Оля. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня хорошо слышно. Ага, хорошо. В новом году хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, чтобы вы достигали всех своих целей, чтобы ничто не сбило вас с пути. Также оставайтесь всегда позитивными, потому что бывает много ситуаций, которые требуют ваших решений, и нужно оставаться всегда спокойным, иначе эмоции, они просто не дадут вам построить хороший бизнес. Еще желаю вам личностного роста. Мы основную часть времени уделяем каким-то техническим моментам, а именно развиваться как личность порой просто не хватает на это времени. И вот я вам желаю балансировать между двумя вот этими гранями, и чтобы вы всегда помнили то, что именно от этого зависит, как вы умело работаете в команде. Друзья, у нас сегодня супер эксклюзивный корпоратив. Настроение просто супер классное. С наступающим вас Новым годом. Мы сейчас только что разлили бокал шампанского. Мы сейчас нальем и будем дальше отмечать. Пока-пока! Дорогие мои любимые партнеры, пользуясь случаем, хочу вас поздравить с огромным. Пользуясь случаем, хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Все мы пережили непростой год лошади, и наступает для нас классный год для нас. Знаете, почему он классный? Так, а почему вот он? Все, слава Богу. Дорогие мои партнеры, хочу поздравить, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Все мы пережили непростой год лошади, и наступает для нас самый классный год. Знаете почему? Потому что
Знаете, как переводится слово «кризис»? Кризис переводится как «возможность». Это возможность изменить свою жизнь. И те люди, которые сориентируются правильно, сориентируются на приватизацию российского рынка сетевого маркетинга, они будут в шоколаде. А мы, друзья, мы все уже давно здесь. Эти люди, они будут нашими партнерами, потому что мимо компании с сильным бюллетенем невозможно пройти, потому что она самая классная компания, друзья. Хочу обратиться к нашей к моей команде лично, к моим девчонкам, вы все умницы, я вас очень-очень сильно люблю, всех ценю. Вы моя вторая семья, не было бы вас, меня бы тоже бы здесь не было. Всех люблю вас, друзья. Я знаю, что вы трудитесь, как пчелки, и я знаю, что мы сделаем этот бизнес с вами вместе. Я просто уверена на 100%, друзья. С Новым годом всех! Удачи всем, счастья! Пока-пока! Партнеры, здравствуйте, мои любимые, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Ну вот, я подобрала для себя эту картинку не просто так. Девчонкам всем подбирала что-то нежное, что-то красивое, а вот себе подобрала вот это. Вот посмотрите на эти салатики. Вот эти салатики всю жизнь и всегда делали в семье, на семейном столе. Вы моя вторая семья. Вот именно для вас я готовила бы вот такие салатики, если бы мы вместе с вами отмечали Новый год. Шубочка, оливье, бутербродики с икрой. Дальше, там еще у нас такой, ну какой-то там, наверное, еще чуть-чуть заморский салатик. Но факт в том, что я на самом деле знаю, что вы моя семья. Вот настолько вы моя семья, холодца здесь еще моего любимого не хватает, рылась, с холодцом не нашла картинку. Настолько вы моя любимая семья. Сегодня я, причем, когда всех увидела, всех таких красивых, всех таких нарядных, если честно, вот это мне так жмет, я лучше уберу, а то я говорить не могу. Вот, всех таких красивых, всех таких нарядных, всех таких улыбающих. И у меня перехватило дыхание, я уже и плакала, я уже и танцевала, когда у Светин тост услышала. Я понимала, что со мной на данный момент происходит что-то вообще непонятное. Но начнем с чего? Начнем с загадывания желаний. Ну, во-первых, я хочу сказать, что ваше желание – это ваше достояние. Я приперла вот такой вот шар. Это реально шар, у него там поет музыка. Если вы услышите, если вам слышно, поставьте плюсики. Наша детская музыка. Именно когда у нас мечты сбываются. Я ложу ладошку на этот шар, ложу две ладошки. И я хочу, чтобы вы представили, что вы то же самое сейчас делаете. Сожмите, пожалуйста, свои руки в ладонях и загадайте желание. Загадайте то, что вы хотели, чтобы коза рогатая принесла вам на своих рогах. Пусть эти желания будут самыми шаловливыми, самыми бодливыми, чтобы они забодали весь белый свет, и чтобы вы смогли победить все, что только можете, именно рогами этой шаловливой и этой бодливой козы. Загадайте эти желания, закройте глаза, представьте себя маленьким ребенком, под елкой, обнимающей вот такой же шарик с Дедом Морозом и со снегом. Оно обязательно сбудется. Обязательно сбудется. Что хочу вам сказать. На самом деле, этот год был нелегким. И он был очень даже нелегким. Потому что мы многое пережили. Многое произошло в нашей жизни, в нашей семье. Но мы с вами... Все
стали на год богаче. Мы с вами все стали на год сильнее. А мы еще с вами стали однозначно лучше всех в компании Skinny Body Care. Не побоюсь этого слова и не побоюсь этих громких слов, что вы самые классные. Я не побоюсь этих громких слов, что вы самые душевные. У меня мурашки всю конференцию. Я просто схожу с ума по вам, потому что все, что в жизни сейчас происходит в моей, это сказка под названием «Skinny Body Care». И я хочу сейчас сказать вам теплые и нежные слова. Я желаю, родные, вам в новом году, чтобы отвел от вас Бог и болезни беду. Дом, чтоб был вам полной чашей, пусть шалят в нем детки ваши, чтоб в нем счастье поселилось, да на веки сохранилось. На столе шампанское и свечи, как прекрасен новогодний вечер. Поднимайте все шампанское, наливайте его так, что вам улилось через края. Загадывайте желания и выпивайте до самого-самого дна, до самого-самого дна. Я вас всех искренне люблю. Я желаю, чтобы вы выросли в новом году с новыми рангами, с новыми желаниями. Кто хочет деток, чтобы вам Бог дал деток. Кто хочет материального благополучия, чтобы вам Бог дал материального благополучия. И, конечно же, всем в этой конференц-комнате я желаю успехов в компании Skinny Body Care. Моя большая дружная семья. Я вас очень-очень люблю. Я вас крепко обнимаю. Я вас крепко целую. Вот сейчас у вас шампанское. А, вкусненько, ура. А теперь, если вы увидите, и если получится, ну я хочу, чтобы это получилось, нацеливаю прямо на вас. Сейчас хочу, чтобы хлопнуло. Диаша, беги сюда. Ты хотела хлопушку посмотреть. Хочу, чтобы хлопнуло. Затыкаем уши. Вы видели? С Новым годом! Ура! 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 Сейчас для вас еще супер салют, что мы все, пока он стучал, танцевали, он длится долго, в нем будут небольшие паузы. Он длится очень долго. Смотрим, танцуем. Люблю вас, партнеры! С Новым годом! Танцуют все!
chance for you, cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. Cause baby you're a firework. Come on, show them what you were. Make them go. Мои дорогие, и напоследок я вам хочу сказать, если вам кто-то скажет когда-то, что нельзя дружить в интернете, что нельзя строить в интернете, никогда, никогда этому не верьте. С Новым годом, с новым счастьем! Люблю вас! Пока-пока! Крадется в двери Новый год. А давай с тобой поверим в Новый год. А давайте, люди, сильно так его полюбим, и взаимностью ответит Новый год. Новый год, Новый год. Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Наливай, давай по кругу в Новый год. А давай простим друг друга в Новый год. Давайте, люди, мы чуть-чуть добрее будем, и чуть-чуть добрее будет Новый год, Новый год, Новый год. Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ла-ла-пай, ла-па-да-бу-да-бу-да-бу, ла-ла-па, ла-па-да-бу-да-бу-да-бу, ла-ла-па, ла-па-да-бу-да-бу-да-па, ла-па-да-бу-да-бу, ла-ла-па, ла-па-да-бу-да-бу-да-бу, ла-ла-па, ла-па-да-бу-да-бу-да-бу, ла-ла-па, ла-па-да-бу-да-бу-да-ба. Посмотри, гонятся люди Новый год. Над тобой смеются люди Новый год. А давайте, люди, мы чуть-чуть счастливее будем, и чуть-чуть счастливым будет Новый год, Новый год, Новый год. Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ёлки, по городу мчатся счастье, разносят людям ёлки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Ёлки,
по городу мчатся счастье, разносят людям елки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем, елки. По городу мчатся счастье, разносят людям елки. О, сколько счастья, что же мы с ним.